80% штатного состава нашего завода – это слесаря. То есть перспективы огромные. То есть данный продукт пользуется большой популярностью. Соответственно, здесь мы осуществляем сборку, дальнейшие испытания, упаковку. Замените ножницы. Для понимания, за рабочую смену 8-часовую сотрудник может собрать порядка таких заборов среднего диаметра. Это очень хороший показатель. После сборки затвора каждый затвор попадает на испытательный стенд гидравлический. Ну, в целом, по большому счету, затвор собран, еще навешивается ручка либо дополнительный запирающий элемент, это редуктор либо электроприемник. Вот хочешь попробовать слесарить? Не, есть желание? Серьезно? Не, ну что вы боитесь? Давайте попробуем. Ходи, давай попробуем. Большой счет, вы же первый раз на заводе. Как раз таки вот есть возможность. Две отверстия должны примерно сидевало для себя. Маленький ответ. Давай. Беги, я показываю. Вставляем низ сперва, сжимаем и вставляем. После уже нет. Натаскиваем.